Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про функцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем трек «Friendly Tag». Поехали, друзья! Какое начало, да? Какой молодец, да? Так спокойно, так красиво, такая музыка. Вот что дальше будет неинтересно? Я вдыхаю дым, как будто мне снова 17. И зад нет проблем, только экзамены. Прости, что я соврал, тебе мне надо было спрятаться. Вернусь ко вторнику, а я хотел бы к пятнице. И ты уже не веришь в эти сказки. Хотя ты раньше называла меня сказочня. И моя мама стала звонить тебе чаще. Но мне не важно, о чем вы болтаете. Я делаю деньги, и ты знаешь куда больше, чем другие. Ты знаешь, чем воняет наша кухня. И почему я поднимаю домофон квартиру, но выхожу из дома только на минуту. Я сильно устал, но я лечу на студию, ведь я хочу забрать все это так эгоистично. Старший брат и... Ребятки, ну молодец. Такие слова, ну про любовь, про девушку, как он зарабатывает деньги, как он уезжает, она его ждет, как она с мамой познакомилась, как на кухне и запах какой, что они готовят. Вот, семейный быт, он я так поняла. Он имел в виду, что как это вообще в музыкальной индустрии, скорее всего. Ну да, 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 как же, он деньги зарабатывает, это не просто так. Кухня музыкальной индустрии. Да, да, да. Ну и про жизнь тоже, естественно. Чтобы она знала, что музыкант – это не просто так. Это позднее возвращение домой. До утра писать. До утра писать. Понимаете? Вот давайте дальше слушаем. Я не отучились на отлично. У меня грязная наличка. Висишь на шее, мама, как петличка. Висел на наркоте даже после наркологички. И все, что происходит, тут достаточно логично. Я трачусь на хуйню, хотя я взрослый, но я все равно не в курсе, куда улетают птички. Я вдыхаю дым, как будто мне снова 12. И зад нет проблем, кроме девчонки, что ушла. И мне казалось, в этом мире нету никого прекрасней. Мне уже за 20, и много кто ушел, и тоже уходил из мест, куда хотел бы возвращаться. Люди умирают так внезапно, и больнее всего то, что иногда не успеваешь попрощаться. Просто извиниться, поговорить о жизни, спросить, что на душе, ведь ты не думал, что время летит так быстро. И даже не заметил, как ровесники, что выбрали учебу, уже закончили учиться. Я выхожу на сцену, всегда хотелось быть на этом месте. Со мной моя братва, ведь мне всегда хотелось вместе. Если мы на хате, то нам не бывает тесно. И если мы тут лепим, давай я скажу всем, что это тесто. Не понял мою музыку, послушаю ее с текстом, она дойдет до сердца. Я знаю, что я грязный, хотя дохожу до церкви. Подрывал окраины и подрывал центр. Закрытое небо, рубль уже ниже центра. За свое дерьмо мне очень сложно делить с кем-то проценты. Я читаю рэп, я не училка, чтобы давать другим оценки. Я делаю деньги, и ты знаешь, куда больше, чем другие. Ты знаешь, чем воняет наша кухня, и почему я поднимаю домофон квартиру. Но выхожу из дома только на минуту. Я сильно устал, но я лечу на студию, ведь я хочу забрать все это так эгоистично. Старший брат и я не отучились на отлично. У меня грязная наличка, висишь на шее, мама, как петличка. Висел на наркоте даже после наркологички. И все, что происходит, тут достаточно логично. Я трачусь на хуйню, хотя я взрослый, но я все равно не в курсе, куда улетают птички. Ребятки, что скажу? Молодец. Рэп очень красиво читает. Музыка очень красивая. Но он пишет и читает рэп о себе, о своей жизни. О своей жизни. Как он зарабатывает деньги. Как он пишет рэп. Какие у него проблемы были. Какие у него проблемы были. Как он с ними боролся. Да. Про своих друзей пишет, что они собираются вот вместе, пишут что-то там, стихи, песни, ну, все это, да? И что им не тесно даже в маленькой квартирке, что они заняты делом. Я вот так думаю. Мне понравилось, ребятки, понравилось очень. Пока, друзья.